Очередное вооруженное нападение произошло в центре израильского города Беэр-Шева. На автобусной остановке палестинец выстрелом из пистолета убил израильского солдата, забрал его автомат и начал беспорядочно стрелять по толпе. 9 человек получили ранения. Нападавший попытался скрыться, но его смогли поймать и обезвредить. Всю ночь полицейские патрулировали центр города. Как я могу жить в мире, где я боюсь выходить из дома, чтобы пойти в колледж или работать, или ходить по магазинам? Все страшно, и я хочу, чтобы полиция приняла дополнительные меры и увеличила безопасность. За последние 2 дня это уже 6-й подобный инцидент. Радикалы нападают на случайных прохожих, применяя огнестрельное и холодное оружие.